На телеканале «Юганск новости». Здравствуйте, в студии Кристина Кочерова. Вначале коротко о главном в этом выпуске. Долой одиночество. Благодаря программе сотрудничества десятки югорчан смогли обрести дом. Оценили по пятибалльной шкале. В Нефтеюганске завершилась приемка образовательных учреждений. Спорт как жизнь. К празднованию Дня физкультурника присоединились более 200 нефтеюганцев. Бдительная пенсионерка не поддалась на уловки телефонных аферистов. На сотовые 70-летней жительнице Юганска пришло сообщение, что с ее банковской карты кто-то списывает денежные средства. Здесь же указывался и контактный номер. Мужчина, представившись сотрудником службы безопасности банка, подтвердил факт списания денег. Для блокировки карты он попросил назвать ее номер, срок действия и трехзначный код на обороте. Мне ответил молодой человек. Он не представился. Ничего. Единственное, что он сказал, что произошел сбой в банке, занесли вирус с Украины и все прочее. И чтобы разобраться, скажите, пожалуйста, мне, а какая сумма у вас на счете? Я говорю, молодой человек, вы больше ничего не хотите, чтобы я там сумму вам говорила? Женщина вспомнила разговор с участковым, который недавно рассказывал ей о видах и схемах мошенничества и пригрозила злоумышленникам, что обратится в полицию. После этого любители легкой наживы звонить перестали. Плодотворный союз. За 13 лет действия программы сотрудничества в Югре появилось 190 объектов социальной направленности. Одна из главных идей проекта – точечное решение той или иной глобальной проблемы. Так, буквально пару лет назад в Нефтеюганске построили специальный дом для одиноких престарелых. В каких условиях живут пожилые с непростой судьбой и как обустраивают свой быт, узнала наша съемочная группа. Программа сотрудничества отличается не только своим охватом, но и скоростью реализации проектов. Специальный дом включает в себя 76 жилых квартир как для одиноких людей, так и для семейных пар. Особое внимание уделили инвалидам-колясочникам. Для них здесь 8 специально оборудованных комнат. Строительство не заставило себя долго ждать. Каких-то 2 года и работа выполнена. Строительство этого отделения было начато в 2012 году, и в 2014 году, в конце года, мы уже начали заезжать в это здание. То есть строительство было довольно-таки быстрым. В народе это место называют домом для престарелых. Ошибочно. Ведь дому для престарелых его жильцы перечисляют 75% своей пенсии. Здесь же постояльцы платят только аренду от 3 до 5 тысяч рублей в месяц. Вот они живут сами, как хотят. Они сами себе готовят кушать, сами убирают в своих квартирах. То есть полностью обеспечивают самостоятельно свое проживание. У каждого жильца здесь своя запутанная, иногда даже страшная история. Посмотрев на Якова Петровича, и не скажешь, что он 4 года скитался по улицам. С переездом в специальный дом у пенсионера началась новая жизнь. Днем обязательно прогулка, обмен свежими новостями с соседями, еще и не забыть про собрание совета дома. Да, здесь он тоже есть. А свободное время Яков Петрович занимается рукоделием. Постельное белье, чехлы на стулья и милые шторки у входа – все он сделал сам. То, что жизнь на улице закончилась, а рядом люди, которые готовы всегда помочь, мужчине не верится до сих пор. Любой вопрос, любое время суток. Подойди, хоть к Атласовне, хоть к Владимировне, хоть к охраннику. Если они могут сразу решить, они тебе скажут, мы сейчас решим, и придут сюда и ответят. Если нет, завтра они вопрос. Отношения людей. Это очень добрые люди. Я не знаю, из чего у них сердце сделано. Главная причина пребывания здесь – одиночество. Но существует и правило приема. У женщины после 55 лет или у мужчины после 60 не должно быть жилья на территории России, а дети не должны находиться в городе. Также важно, чтобы одинокий пенсионер или инвалид жил в Югре не менее 10 лет. Дарья Прокопович, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». В течение выходных нефтеюганцы могли наблюдать затруднения автомобильного движения на пересечении улиц Ленина и Строителей. Причиной неудобств стала поломка светофора. К счастью, отсутствие регулирующего устройства не привело к авариям. Причиной поломки стало проведение ремонтных работ одной из коммунальных организаций, в процессе выполнения которых был порван кабель, отвечающий за работоспособность светофора. По данным сотрудников ГИБДД, за выходные на данном участке дороги аварий не зафиксировано. На сегодняшний день все неполадки устранены, перекресток работает в обычном режиме.
«Триумф силы, красоты и мужества». День физкультурника в Нефтеюганске объединил более 200 любителей активного образа жизни. В субботу утром состоялось торжественное открытие. С каждым годом День физкультурника привлекает все больше участников. Как всегда, он объединил профессионалов, любителей, болельщиков, школьников и пенсионеров, нефтяников, педагогов, медиков. Любви к спорту покорны все возрасты и профессии. Хочу пожелать вам здоровья и позитива. Занимайтесь спортом, здоровым теле, здоровый дух. Разрешите мне от лица депутата окружной думы Владимира Николаевича Семенова поздравить вас с этим замечательным праздником, с Днем физкультурника. Очень радует, что спорт стал неотъемлемой частью. Он придает нам здоровье, красоту, помогает бороться с трудностями. Лучших педагогов, руководителей и специалистов спортивных учреждений отметили дипломами и почетными грамотами. В частности, награды получили тренеры отделения акробатики Оксана Некрушец, Зульфия Целикова, Андрей Калинский. В этот раз праздник прошел более масштабно и длился не один день, как обычно, а целых два. Было представлено 12 спортивных направлений, мастер-классы, а участниками акции стали не только нефтеюганцы, но и жители района и Пытьяха. Наша съемочная группа познакомилась с теми, кто не представляет своей жизни без спорта. Быть здоровым и спортивным сегодня модно. Вчера старшеклассники бегали на переменках покурить, а сегодня у кого шире плечи, тот и крут. Андрею всего 15, и последние два года он серьезно увлекся воркаутом. Чем выше его спортивные успехи, тем больше авторитета в школе. Полтора года назад я вот вообще не умел подтягиваться, там два раза максимум подтягивался. А сейчас раз 10 могу подтянуться. Ну, выносливость, сила, там вот это все. У Ольги история еще интереснее. Серьезная женщина, бухгалтер, мама двоих детей вдруг занялась спортом. А поводом стала необходимость сдавать ГТО. Подали списки на ГТО. Я решила, я попробую. Я считаю себя крепкой, сильной. Попробовала, у меня получилось, мне очень понравилось. Я научилась даже кролем плавать. Для меня это вообще восторг. Теперь каждый день бегает, отжимается, реже болеет. А главное, перестала переживать и нервничать по пустякам. Сильный дух, крепкость характера и стрессоустойчивость – самое главное. А Тарас с друзьями приехали из Пытьяха. Уикенд решили посвятить любимой игре. Поскольку занимались еще со школы, решили с друзьями, чем где-то сидеть на лавочках, пить пиво, сыграть в баскетбол еще в субботу. Мини-футбол, большой теннис, пляжный волейбол, армрестлинг. К классическому дню физкультурника в этот раз решили добавить новизны и актуальности. Такой современной изюминкой стали мастер-классы для начинающих. Разминка от чемпионки по боксу Насти Горожанцевой. Вместе со мной, ребята, повторяем. Я на вас смотрю, на вас весь город смотрит. Тренировка по системе кроссфит. Сегодня это самое модное направление. 10 отжиманий. Раз, два, три, четыре, пять. А больше всего желающих пришло на мастер-класс по стрельбе из лука. Спортивный, конечно, легче, чем традиционный. К тому же у него есть прицельное устройство. Однако неподготовленному человеку, тем более даме, натягивать тетиву не так-то просто. Для тех, кто никогда этого не пробовал, техника может показаться довольно сложной. Кроме того, здесь просто необходимо иметь сильные руки и плечи. Несколько советов опытного инструктора. И даже у меня что-то начинает получаться. Конечно, спортом в городе увлекается не 200 человек, а гораздо больше. И все же многим из нас еще нужно встать с дивана и найти мужество прийти в спортзал. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В городе завершились проверки образовательных учреждений. В приемную комиссию входили сотрудники департамента образования, полиции, госпожнадзора и общественники. Об оценках, поставленных школам и детским садам, расскажет наш корреспондент. Одна из важнейших задач при проверке учебного учреждения – анализ противопожарной системы. В 5-й школе для этих целей установлен стрелец-мониторинг. Сегодня это наиболее надежная система, которая сама определяет, где произошло возгорание, и уже через минуту отправляет сигнал на пульт пожарной охраны. Безопасность детей в школе и на территории обеспечивают также сотрудники охраны и надежная система видеонаблюдения. Полиция проверяет работоспособность камер, чтобы каждый угол был под наблюдением. Наружник 15. Внутренник 30.
Во время летних каникул в школе активно велись ремонтные работы. В целом было потрачено на обустройство больше 3 миллионов рублей. В спортивном зале обновили напольное покрытие, в столовой завезено новое оборудование. Также в классах у каждого теперь будет свое место. Чтобы хотя бы какие-то элементарные вещи не оставляли. У них есть папки для технологий, папка для ИЗО. Вот эти папки они оставляют. Вот у каждого ребеночка. Сейчас во время урока делают основной упор на то, чтобы ребенок самостоятельно обустраивал вокруг себя рабочую зону. Для этих целей подготовлена мебель конструктора, выполненная по персональному проекту. Она и многофункциональная, и трансформируемая, и доступная для детей, и безопасная. По результатам приемки 5-я школа произвела приятное впечатление на комиссию. Мы прошлись по двум объектам. Мы видим, что эти объекты они действительно готовы сегодня к тому, чтобы 1 сентября в учебные заведения у нас пришли наши детки и учились уже в хороших, подготовленных условиях. 5-я школа стала завершающей в череде проверок всех образовательных учреждений. С начала августа были приняты все школы и детские сады. Небольшие проблемы, возникшие в ходе процесса, исправлялись сразу. Но главную нехватку мест решить сиюминутно невозможно. 16-й, 13-й микрорайон, 12-й микрорайон, 16-й микрорайон. Эти районы сегодня мы взяли ребятишек больше, чем полагается на 1 квадратный метр. И решение этой проблемы возможно со строительством новой школы. Именно школа в 17-м микрорайоне, она снимет эти проблемы. Мы включены в программу, поэтому надеемся, что через 1,5 года эта проблема снимется однозначно. На данный момент все школы и детские сады готовы принять более 14 тысяч учеников. Среди них около 2000 первоклашек. Виктория Дрягина, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск». Радоваться солнцу в ненастную погоду, казалось бы, невозможно. Но даже дождь не остановил многих нефтеюганцев. Любители древнерусской культуры накануне встретились на большом народном празднике «Летний хоровод». Тематические конкурсы, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов. За всем этим наблюдала наша съемочная группа. Есть метка? Да. Есть. Мастерить гвозди 9-летнему Артему раньше не приходилось, но мальчик настолько проникся кузнечным ремеслом, что пришел к выводу – без самодельного крепежа не построить ни один деревянный дом. Юный нефтеюганец пришел к еще большему восторгу, когда услышал народную музыку. Компании людей все такие веселые, просто со всеми водишь коровод. Организаторы уверены, такие праздники помогают не только возрождать народную культуру и традиции, но и укреплять семью. Не случайно их проект называется «Возрождение рода». Сейчас очень родители заняты работой, то на таких праздниках как раз это семейное времяпрепровождение, где можно поиграть, потанцевать, поулыбаться, порадоваться от души. «Летний хоровод» – часть большого проекта Анастасии Копыловой и ее мужа Дениса Хабибулина. Организовывать большой праздник в славянских традициях для супругов не впервой. Это уже 6-я встреча ценителей древнерусской культуры. Анастасия Копылова и Денис Хабибулин – они очень такие творческие люди, очень креативные наши сотрудники нашего коллектива ЦНК. И вот они пропагандируют и скажем так, действительно развивают эту культуру русскую. На этот раз гостей летнего хоровода ждала череда сюрпризов. Организаторы насытили программу выступлениями приезжих музыкальных групп. Среди них фольклорный коллектив «Аура мира». Музыканты помогли сделать из встречи настоящий праздник, а значит, не обошлось и без поздравлений. Город Нефтеюганск – это площадка культуры. Праздник у вас! И хорошего настроения, конечно. Анастасия Копылова и Денис Хабибулин намерены и впредь организовывать подобные встречи. Как правило, авторы стараются проводить дни солнцестояния или равноденствия. Но летний хоровод показал, для радости повод не важен. Эти люди даже в ненастную погоду светятся изнутри. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».
Летний хоровод уже шестой праздник, который проходит в рамках проекта «Возрождение рода». Авторы программы всегда выбирают в качестве места встречи территорию базы туризма и отдыха. И это неспроста. Этнографический центр «Ай-Ас-Руф» все чаще становится центром притяжения разных народностей Нефтеюганска. Здесь отмечают Вороний день, Навруз, летнее солнцестояние и много других праздников, которые помогают нефтеюганцам разнообразить свой досуг. Такие слеты проходили в этнографическом центре на протяжении всего года. А сейчас организаторы готовятся подвести итоги, завершить цикл народных праздников необычный фестиваль. Все национальные организации, которые у нас находятся в городе Нефтеюганске, с других регионов, будут сюда приезжать и представлять вот это все свою культуру. И данный наш фестиваль будет проводиться в рамках президентского гранта. Подготовка к фестивалю забытых ремесел идет полным ходом благодаря президентскому гранту, который получил этнографический центр совместно с общественными организациями «Мастерская перемены спасения Югры». На территории базы удалось возвести большую сцену. Народные праздники здесь станут еще интереснее. Ближайший фестиваль забытых ремесел «Возвращение к истокам». Состоится он 8 сентября. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.